Вот завершились у нас соревнования Благовещенки, они проходили на городском пляже. В принципе, прошли соревнования неплохо, хоть и было разделение, что гонщики катались именно в Благовещенке, а мы фристайлеры на голенькой косе. Я выступил не очень для себя. Ну что ж, не бывает побед без поражений, сделал какие-то выводы. Буду дальше стараться накатывать.